Привет, друзья, меня зовут Василий Костюченко, это наш логотип замечательный, а это шнур, который вам тоже должен понравиться, в общем, шутка. Итак, очень много вопросов поступает по ценам, по стоимости той или иной экспертизы. В частности, вот сейчас поступил такой нелепый вопрос, давайте сейчас я его зачитаю. Добрый день, подскажите, пожалуйста, стоимость почерковедческой экспертизы двух документов. То есть такое ощущение, что вот мы вот так вот взяли, да, и увидели, что за документ у вас на столе. Вот для понимания объясняю вам, что есть документы, которые представлены в виде одного листочка, одной какой-нибудь заляпанной бумажки, да. Есть документы, которые, ну, кто-нибудь видел, как составляются контракты в формате Incoterms, то есть, допустим, на трех языках: английский, французский, русский, там, либо китайский, корейский, английский. То есть такие документы имеют толщину до 200 страничек. И когда нам говорят, а сколько стоит экспертиза, почерковедческая экспертиза всего лишь по двум документам. Друзья мои, документы бывают разные. Даже на том, даже на документе объемом одну страничку есть подпись одного человека, расшифровка подписи этого человека. Подпись второго человека, расшифровка подписи второго человека. А еще есть печать одной организации, печать второй организации. То есть в итоге 6 элементов, каждый из которых должен оплачиваться фактически отдельно. Поэтому, когда вы сказали мне, что вам нужна провести экспертизу по двум документам, нам это говорит ровным счетом ни о чем. То есть в каждом из этих документов я только перечислил одну страничку. Бывает несколько десятков, сотен, а порой тысяч страничек, которые заверяются сотнями, тысячами подписей, расшифровок, оттисков печати и оттисков штампа. Поэтому нам надо знать все-таки количество не документов, а количество подписей, оттисков, штампов на этих документах. Тогда мы готовы назвать стоимость проведения экспертизы. То есть емкость работы может кратно, стократно отличаться. Поэтому, друзья, мы задаем вопросы четко, внятно, с перечислением всех тех пожеланий, которые вас по-настоящему волнуют. И, кстати, не пытайтесь схитрить, потому что когда вместо одного листочка к нам попадает 15 листочков, стоимость экспертизы может кратно увеличиться. Поэтому чем с нами как на исповеди, с нами как со своим адвокатом, рассказывайте все на чистоту. Иначе мы с вами просто не сможем работать. Задавайте вопросы, комментируйте. До свидания.